Привет, меня зовут Павел Ронис, и я руководитель компании Ронис Медиа. Меня зовут Наталья Прыгина, я старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политеха. Алексей зовут меня, Алексей Фролов, я уже 15 лет занимаюсь, работаю в бизнес-тренере. Я Кумаков, собственник бизнеса, IT-компании внедрения сети народа. Меня зовут Андрей, и от имени МГТУ имени Баумана хочу поблагодарить Lightboard Studio за помощь в реализации записи образовательных роликов по тематике композитов. Решили попробовать новый формат. С сегодняшнего дня все наши эксперты, наши школы будут сниматься вот здесь. Здесь классно. Профессионально, очень отзывчивый персонал, и обязательно обратимся вновь. Я считаю, что нужно попробовать, потому что это очень интересный формат, и он дает совершенно другое вовлечение и фидбэк от пользователя. Ну, это интересно. Эта штука точно принесет результат. Хотите крутой продукт? Старайтесь и работайте над ним. Крутой продукт требует крутого к нему отношения. Очень интересный опыт. Пораживает, когда ты пишешь, и человек на обратной стороне экрана взаимодействует с этим. Самое главное — прийти, самое главное — начать и увидеть, что вокруг есть много чего нового,